Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое, служить людям. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 8 марта ночью и днем облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 3,8, порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13, -15, днем -11, -13 градусов. 9 марта без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью -15, -20 градусов, местами -23, -28, днем -7, -12. 10 марта небольшой снег, слабые метели. Ветер северо-восточный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью -12, -17 градусов, днем -2, -7. Автомобиль «Лада». Высокий уровень надежности. Надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто. Слишком темно. Слишком жарко. Слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330 0303.